Компания Universal представляет аниме-новеллу «Мечты Мари Лупиты». Проклятая нищенка! Ты думаешь, что пробралась в высшее общество? Я не понимаю, по какому праву вы оскорбляете меня, сеньорита Гранадос! Грязная плебейка, оборванка! Для тебя моя внучка сеньора Перес де Оливарес, проклятая убийца! Как ты посмела ударить меня, проклятая старуха? Не смей оскорблять мою бабушку! Твою бабушку? Да, Есения, ты прекрасно знаешь, что Мари Лупита является моей внучкой. И я заявлю на тебя в полицию за узурпацию, за то, что пыталась убить меня, и за то, что убила мою сестру Аделию. Ах, внучка, все газеты Майами пишут о твоем триумфе. Твой показ мод стал настоящей сенсацией. Часть своего успеха я обязана тебе, бабушка. Ты была мне поддержкой и помогла осуществить мои мечты. Но что это? Что там пишет, бабушка? Объявлен аукцион по продаже роскошного особняка семьи де ля Вега. Ах, бабушка, мне так больно осознавать, что Алехандро лишится своего дома. Скажи, ты не могла бы выкупить особняк семьи де ля Вега? Конечно, моя внучка, ты можешь рассчитывать на мою поддержку. Я выкуплю особняк де ля Вега для тебя. Мама! Мама! Ты где? Мне нужно бежать из Майами. Наверняка эта старая карга уже заявила на меня в полицию. И теперь меня разыскивают за убийство Аделии. Я снова слышу эти шаги из комнаты сверху. Я немедленно выясню, что там происходит. Привет, дорогая! Эрнесто! Нет! Вы правда готовы заплатить за особняк такую большую сумму, сеньора? Да, сеньора. Я покупаю этот особняк для своей внучки. Ну, для такой красавицы мы, наверное, сделаем скидку. Правда же, Мария Елена? Не вмешивайся в мои дела! Предлагаю подписать все бумаги, сеньора. Наконец-то мы с тобой лицом к лицу, убийца! Нет, это невозможно! Ты потеряла дар речи, правда? Но не пугайся, я не Эрнесто, а его брат-близнец. И я здесь, чтобы отомстить тебе за смерть моего брата, проклятая убийца. Не смей мне угрожать, проклятый! Я понятия не имею, в чем ты меня обвиняешь. Да как ты смеешь бить меня, придурок? Ты заплатишь мне за смерть моего брата! Ах, моя дорогая сеньора, липовая вдова!
я должна сообщить вам о том, что ухожу из вашего дома. Я больше не буду работать у вас служанкой. Ну а чего еще можно было ждать от такой неблагодарной, как ты? Наша семья не давала умереть тебе с голоду! И вот как ты нам платишь! Убирайся отсюда! Прекрати унижать людей, Рассана. Если Фермина хочет уйти, это ее право. Ах, спасибо вам, сеньор Алехандро, за поддержку. Вы единственный в этом доме, кто меня уважает. Твоя одержимость служанками переходит все границы. Сначала это грязная Мари Лупита, а теперь ты взялся защищать Фермину. Любой человек достоин уважения, Рассана. Классизм уже не в моде. А эта грязная Мари Лупита, как ты ее называешь, только что спасла нашу семью от разорения. Мари Лупита выкупила наш дом и теперь является законной владелицей особняка семьи де ля Вега. Ты дорого заплатишь за смерть моего брата, проклятая! Я изуродую твое лицо! Умоляю, Рахелио, не надо! Пощади меня! Нет! Нет! А! Ты спасла меня от этого психа, мама! Что же нам делать? Нужно вызвать полицию! Никакой полиции, мама! Я сама займусь им! Дом моих родителей не достанется этой проклятой голодранке! Не достанется! Что со мной произошло? Есения, зачем ты меня привязала? Наконец-то ты пришел в себя, придурок! Было бы обидно, если бы ты пропустил свою собственную смерть! Слышишь звук поезда? Он вот-вот пройдет и раздавит тебя, мой дорогой. Жаль, ведь у тебя будет такой же финал, как у твоего брата-близнеца. Смерть! Однажды ты заплатишь за все, что сделала, проклятая! Но ты уже не увидишь этого, кретин! Прощай! Увидимся в аду! Нет, Есения, нет! В особняк семьи де ля Вега, пожалуйста. Алехандро больше никогда не будет моим. А значит, настало время уехать из города и начать новую жизнь. Но сначала я должна забрать свои вещи из особняка. Этот особняк только мой! 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 Как я рада видеть тебя, Элиана, здесь, в этом особняке! Мы вместе спасем дом семьи де ля Вега! Я не понимаю, что происходит, Рассана! Зачем ты разлила бензин по всему дому? Мари Лупита выкупила дом моих родителей, чтобы унизить меня! И теперь он принадлежит ей! Но я не позволю, чтобы эта проклятая служанка завладела фамильным особняком моей семьи! Не позволю! И что ты задумала, Рассана? Я сожгу дом семьи де ля Вега. Но что ты делаешь, Рассана? Ведь если ты подождешь особняк, то сгоришь в нем. И я вместе с тобой. Да, ведь ты делила со мной мужчину. А значит, разделишь и смерть!
Прошу тебя, Росана, не делай этого! Не поджигай дом! Я должна признаться тебе, что это я убила Эдуарда. Так значит, ты настоящая убийца Эдуарда? Эдуардо предал меня! Посмеялся над моими чувствами! Алло, полиция! Мое имя Хайме, и я работаю шофером в семье Деля Вега. Я звоню сообщить, что сеньора Росана Деля Вега хочет поджечь особняк. Также я слышал, как она призналась в убийстве своего мужа. Авторы сценария Аюр и Хуан де Диос. Спасибо вам за то, что вы смотрите аниме-новеллу.